Доброї ночі усім шанувальникам футболу. Ми продовжуємо стежити за Ліго європейським вечором. Це шлях до Базеля, програма, яка супроводжує матчі, в тому числі українські матчі у Лізі Європи. Отож, Україна і надалі буде представлена у важливому другому за рангом євротурнірі УЄФА. Донецький Шахтар переміг щойно в Брюсселі опонента свого, переміг Андерлехт з мінімальним рахунком 1-0 і кваліфікувався до чвертьфіналу Ліги Європи. Олександр Собко, Андрій Воробей, ми обговоримо матч, який щойно завершився, а розпочнемо його, так би мовити, з головного, з ключового моменту. Ось гра не давала нам підстав, усі 90 хвилин довго ми мучились, які все ж таки моменти обрати для початку цієї програми. Ну і ось допоміг нам, без сумніву, Едуардо. На 91-й хвилині, з'явившись на полі, вже через хвилину-півтора він забив. Він пробив Сільвера Прото, і цей м'яч став переможним. Власне, і без цього м'яча Шахтар кваліфікувався, Шахтар проходив би далі, тим не менше ось гол додав, так би мовити, емоцій і команді, бачимо, якось вони святкували. Наскільки важливим цей гол був, власне, для самих гравців, які були сьогодні ось на полі, ну і для нас з вами, вболівальників, біля екранів телевізорів, ну і на трибунах в тому числі. Олександр Санч, Андрій, прошу, давайте поділимось коротко враженнями від сьогоднішнього матчу, так би мовити, для того, щоб зрозуміти ось, яким вектором розвитку піде наше обговорення. Ну, бачимо ми, що на трибунах було все сьогодні дуже і дуже гарно. Всі задоволені, танцюють. Будь ласка, Андрій, як ви? Все наблюдаю, сміюсь. В цілому гра не сильно мені понравилась. То, що наші защитники сыграли на 5 з плюсом, це точно, але по грі в атаці в середині поля є великі претензії к ігрокам. Ну, достигли положительного результату, забили гол, в принципі, пройшли далі. Все, двигаємося вперед. Я думаю, эта игра была непростая для просмотра. Смотреть ее было несколько тревожно. В каком плане? Потому что мы чувствовали и видели, что «Шахтер» не в свой все-таки футбол играет. Что несколько команд себя сдерживает. Что она играет по счету предыдущего матча. Что она играет на результат. И было видно, что эта игра не совсем конек «Шахтера», что это не его стиль. И в некоторых моментах было видно, что тяжело такая игра дается. Но радует то, что команда, смотрите, с «Шальке» тоже, казалось бы, при такой игре, тоже всю игру терпела, старалась, играли командой, играли на оборону. А потом, когда уже забили гол, совершенно в другой футбол начали играть, и мы увидели тот «Шахтер». Я думаю, что если бы раньше сегодня забили гол, вот этот первый, то мы бы увидели последние минуты, конечно, феерии уже. И комбинации, и контроль мяча, и кураж, и так далее. Но результат первого матча, он заставил играть именно по счету и точно на результат. Поэтому при такой игре, может быть, радует то, что выдержали. Защита, вот поддержу Андрея, защита сыграла сегодня, за исключением вот этого удаления не нужно, защита сыграла, ну, просто великолепно. Вот. А нападение, я думаю, мы прийдемо ще увидимо. Прийдемо зараз, в тому числі і в нашому обговоренні, і до нападу. Включаємо до розмови нашого нашого аналітика, хотів я сказати, Євгена Грися, але от підказують мені редактори, що є Мірча Луческу у флеш-зоні. Давайте, слухаємо вас, Брюссель. Спасибо, студия. Мистер, во-первых, поздравляем вас с проходом в 1/4 финала, ну и, во-вторых, естественно, ваш комментарий по матчу. Меч форте дефиціле, мене нормально, Андерлек Чукандака. Дуже складна гра, ми готувалися іменно к такой сложной игре. Стоям Кабор face absolut tot ce e posibil pentru a recupera rezultatul. Știam că nu vor risca să ne atace din primul rând. Prima repriză, de fapt, am controlat-o. Ei nu au avut niciun fel de ocazie de gol, nici măcar un șut la poartă. Repriza a doua, au intrat cu o foarte mare agresivitate în joc.
O comisie foarte multe faulturi. За первый тайм они ничего не создали. Мы очень хорошо перекрыли им зоны. И у них не получались позиционные атаки. В то же время мы знали о том, что они не бросятся сразу, потому что любой гол, который мы забили бы, выбил бы сразу бы. Но второй тайм они вышли очень агрессивны. Много фолов создали и доставили нам некоторые неприятности. Какой результат есть меритат. Nu am vrut în niciun moment să riscăm diferența de goluri pe care am avut-o la Lvov. De aceea s-a jucat cu foarte multă atenție. Мы играли с большим вниманием. Мы не хотели ни в коем случае рисковать. И дождались своего шанса в конце и забили. Я думаю, что счет как раз соответствует тому, что сегодня происходило на футбольном поле. Sunt foarte mulțumit pentru băieții мей, pentru victorie, pentru calificare. Я очень доволен своими ребятами, доволен победой, доволен тем, чтобы мы прошли дальше. Но вы остались без Саши Кучера на следующий матч. Дим Покате. К сожалению, да, опять мы остались без Кучера. Будем сейчас думать, кто может его заменить. Посмотрим опять, кого мы из них выберем, или Арца, или Кривцова на следующую игру. Других вариантов у нас нет. Мистер, всего три шага до титула. Вот, вы говорили после Шальки, что, скажем так, выиграть Лигу Европы будет очень тяжело. Вы не изменили своего мнения? Мы готовимся к каждой игре. Мы Шахтер, мы должны оставить хороший имидж о себе. Как получится, что получится, посмотрим. Знаем свой потенциал хорошо, от этого и танцуем, от этого и играем. Putem să facem rezultate doar cu această extraordinară rezultatele положительных можем добиться этим характером, который мы сегодня проявили, и той организацией игры, которая сегодня была на футбольном поле, всех игроков без исключения. Lucru care n-a fost în ultima etapă de campionat la Dnepr. Чего, к сожалению, не было в последней игре чемпионата с Днепром. Мы допустили очень большие ошибки. Специально в зоне централа дефенсивы. Особенно в центральной зоне обороны. Поэтому сейчас я чуть-чуть и волнуюсь за следующую игру. Кто бы мог все-таки заменить Кучера достойно в этой позиции? Мы видим настоящие чудеса от Эдуарда. Он забил, выйдя на замену. Он забил, точнее, в первом матче, да, с Андреем. И сегодня буквально за считанные минуты решил, да, поставил точку в этом поединке. В чем магия Эдуарда? Эдуарда есть тем же, который экспериенция экстраординара. Это в первую очередь опыт, который он имеет международных игр. Знает, как читается игра и где нужно находиться в завершающей стадии атаки. Сразу же находит слабости соперника. Знает, как себе создать свободную зону, как в эту зону свободную ворваться. Плюс в завершающей фазе атаки он очень спокоен. Он никогда не попадет за пару, и у него всегда все продумано. Поэтому его голы приходят, и часто приходят в конце игры, когда все уже подуставшие. Мы можем только поблагодарить его за то, что он делает на футбольном поле. Спасибо и вам, мистер Луческу, за интервью и за результат. Но я лишь добавлю, что герой матча Эдуарда отправился на допинг, но тем не менее мы надеемся его увидеть у нас в прямом эфире в студии. Дякую, Вить, ми чекаємо. Отож, Мірча Луческу, його післяматчевий коментар. Я нагадаю вам, що ось після Гельзенкірхена, коли ми ось працювали, і Луческу прийшло в флеш-зону, сказав, пригадуєте, почав, не обсуждаема победа, тобто настільки ось переконлива і ось настільки ось однозначна. Сьогодні була обережна перемога, обережний футбол. Луческу говорить про характер, говорить про організацію гри і говорить про Дніпро, згадує. Все ж таки цей матч, мені здається, Олександр Савич, відбиток залишав в будь-якому випадку. Дуже сконцентрований був сам Луческу на цьому поєдинку. Конечно, после такой игры тренер всегда должен успокаивать как бы игроков, их где-то раскрепостить, чтобы не давлел результат такого поражения. Но сам где-то в душе это он как тренер, и его соперничество с Маркевичем, это тоже удар по каким-то амбициям. Поэтому у него оно осталось. И нынешняя, сегодняшняя победа, для него какая-то сатисфакция, потому что все равно в таком вот этом... три игры подряд, в таком режиме, все-таки он сделал ту задачу, которую он ставил, что касается Андерлекта. Он ее выполнил.
Вот. А вот с Днепром не получилось. Андрій, ну ми звикли Шахтар бачити ось розкішним в атаці, так? Тобто для команди, яка створює там за гру, ну там 5-6 гольових моментів, це для нас вже звична річ, і ну що тут говорити. Сьогодні було більше моментів, так, ніж створили з Дніпром, але все одно їх було не так багато. Ось ми шукали, вишукуємо, які же все ж таки гольові моменти. Їх в першому таймі показали, підключився Ісмаїлі, так, по суті, ну, захисник. Ну, в другому було чуть більше, ми до другого тайму ще не біжимо. В чому причина? Як ви вважаєте? Чому так мало було на чужій половині? Да, странно, да, конечно, я согласен. Странно было смотреть и наблюдать за игрой в атаке. Не только в атаке, а и вообще в целом в полузащите. Потому что не было этого выхода из обороны в полузащиту, с полузащиты в атаку. Не было. У нас защитники бились как львы, а вот ни подборов я не увидел. От этого треугольника Малышев, Степаненко, Коваленко не было ни одного подбора. Всю борьбу практически мы проиграли. Ну, вот я бы этого... не сказал, что всю борьбу Я не знаю... Ну, посмотрим сейчас статистику, что нам Женя скажет. Но не всю борьбу, ну, практически всю мы проиграли. Особенно в атаке, не в защите, я говорю. Мне кажется, что сами собі наступили на горло своей песни и свідомо йшли на те, на что, власне, ось пішли. Ну, во-первых, был результат уже. Было чего отталкиваться, и как ни крути, а 1-0 можно было еще, 2-0 уже нельзя было. Поэтому... Грали від результату. От результата. Естественно, когда результат вот давлеет, он где-то, ну, не путает, по крайней мере, но он сковывает команду. И лишний раз не рискнешь вперед паздывать, и лишний раз предложение не сделаешь сам побежать. Вдобавок к тому вернусь, что, о чем говорил, что два наших опорника, они заточены на оборонительную большую игру, и они не любят особенно комбинировать, там, держать мяч. Насправді, в Андерлехта моментів ще менше було. Їх взагалі майже, ну, гольових. Да, от ми ответили. Не, ну, давление было, команды было. Визуально смотрелось как бы преимущество, но по факту момент гаразд. В этом был, ну, даже почему-то больше наши опорники не играли вперед. Они все время, у них все передачи были назад. Придет время, немножко. Андрій просто хоче, він був свідком першого тайму у Львові. Хотелось бы таких таймов. Конечно. Не то, что таких, но я понимаю защитника, когда вся нагрузка на них, а мы все время. Давай до цифр. От зараз давай послухаем Женю Грися. Дайте нам, будь ласка, нашого колегу. Жень, я сподіваюся, що ти нас чуєш. Ну, в цифрах результат матчу, як він виглядає? Я маю на увазі не той, що на табло, а той, що ось ведеш ти. Всіх з победой. Такая неделя у нас получилась в Еврокубках, что мы во вторник говорили о том, что Динамо с Манчестер Сити повторили антирекорд Лиги Чемпионов по количеству общему ударов по воротам. И сегодня чуть был не установлен антирекорд Лиги Европы по количеству ударов в створ ворот. Но благодаря стараниям Шахтера, который нанес 4 удара в створ ворот, этого не произошло. Мы видим, что Андерлехт, которому нужно было забивать, отличился разве что активностью после стандартных положений. Из пределов штрафной площади вообще они нанесли всего лишь 3 удара, в створ ворот не попали ни разу. И я бы хотел отметить сегодня игру Андрея Пятого, который, на мой взгляд, провел очень... Чому, Жень, в чому заслуга? Те, что на нуль відстоял? На нуль раз, это его, кстати, 51-й матч на международной арене, на ноль, это с учетом официальных матчей сборной и в Еврокубках. Но я хорошо помню, как учил Андрея самый титулованный тренер донецкого «Шахтера» в советскую эпоху Виктор Носов, который ему говорил, что хороший вратарь не тот, который достает мячи из девяток, а тот, который так руководит обороной, что по его воротам просто не бьют. Вот Андрей сегодня, мне кажется, тоже хорошо руководил обороной, и который защитники, уже как Андрей отметил, не дали, по сути, ни единого шанса бельгийцам. Жень, ну сьогодні ротація в складі відбулась, повернулись ключові центральні захисники. Ну от ми бачили, наскільки зібраними, наскільки ось заточеними був і Ракицький, і Кучер. Все, що ми говорили до матчу про флангові атаки Андерлехту, все, що йшло з флангу, і навіть якщо воно з флангу проходило, то воно от в центрі закінчувалось. Совершенно верно, да. Ми зараз побачимо статистику, де видно, що Андерлехт атакував флангами, Андерлехт виконав більше
двух десяток фланговых передач. Но точность у них была невысокая, но самое главное, что ударами и поворотом завершилась лишь одна фланговая передача. И это, безусловно, в этом большая заслуга центральных защитников. Конечно, «Шахтер» тоже не очень точно сегодня эффективно выполнял свои передачи. Но, как уже сказали, «Шахтер» отталкивался от результата и играл, возможно, по счету. Поэтому в данной ситуации, наверное, им можно это простить. Жень, ну в нас тут зароджується, так би мовити, дилема того, або ну, відзначати не зовсім, можливо, навіть притаманно організовану гру «Шахтаря» в обороні, або інша тема обговорення – це ось ну, гра в атаці, яка, ну ось, зокрема, в Андрія Вороб'я викликає певні питання. Були на полі Тайсон, був на полі Коваленко. Мені здається, Коваленко сьогодні провів ось явно… Явно слабу гру. Що ти з приводу Тайсона, Коваленка, які є ось цифри? Якщо є, будь ласка, поділися. Так, да, є. Я якраз вирішив, коли ж ми так пристально слідимо за цими футболістами і віддільно посчитав їх всі техніко-тактичні дії. Треба було б, звісно, і Фереру посчитати, але будемо вважати, що йому повезло, тому що він, звісно, як Андрій правильно сказав, майже все програв, майже ні за що не зацепився. Не нанес ни одного удара поворотом. Но мы видим, что Тайсон, в принципе, с точки зрения количества действий, да, провел ну, не самый лучший матч, но, наверное, он не мог в полную играть. Сказалось, все-таки это травма. Тем не менее, свои три удара поворотом, точнее, не свои, а больше, чем его норма средняя пока в этом году, он нанес. Вот, и в створ ворот попадал, вел мяч, обыгрывал, разгонял быстрые атаки. Ну, не так, как в предыдущих матчах, но все равно ниже определенного уровня он не опустился. А вот Коваленко, конечно же, и по активности, и по количеству ошибок, ну не то. Но все равно, тем не менее, он не боялся, он открывался, другой бы там не пошло, 2-3 передачи, где-то молодой парень спрятался бы. Ну, мне показалось, что Коваленко там и прессинговал, и, ну, то есть старался. Все-таки мы не должны забывать, что ему 20 лет, хотя в Европе ну, уже и в 18, и в 19 там стабильную игру ну, показывает. Просто но... его игра с Шальки, первая и другая, она уже, звичайно, планку подняла, и мы уже надеемся на эту планку. Жень, дякую. Сан Саныч, до вас запитання. Ну, дуже швидко. Ну, в мене впродовж матчу жодного разу не виникали якісь сумніви, що може ось настати якийсь переломний момент, Шахтар може зламатися. От просто не виникало. Було видно, що ну, Шахтар все контролює і ну, не відпустить. Ось такий, ну, дві причини. Во-первых, було чувствовало, що Андерлех сам как-то побаивается Шахтер, во-первых. Во-вторых, это, ну, не суперклассная команда, которая бы могла такие какие-то мелкие ошибки быстро использовать. Вот. И команда «Шахтер» командно защищался очень хорошо. То есть практически все зоны были перекрыты и острых, проникающих, как их, даже подачу сделать какую-то они не могли, чтобы там побороться. И возникли моменты, там один раз вынос был, и потом удар в сторону ворот, и пробивал. Були ось ці моменти, кутові або штрафні, де ось реально шукали нарушенням, да, да. І Чудак головою вигравав там все. Ну, в даному випадку, я ще скажу, Андерлех, чому пустився в цю гру провокаційною, пытались вивести із себе. Вони бачили, що Шахтер дисципліновано грає. Играет в обороне очень ответственно, грамотно. Начали провоцировать на фол, на нарушение, на удаление. На... В какой-то мере это им удалось. Спровокували Кучер, да. Минус Кучер. Кучер, да, не выдержал все-таки, не выдержали нервы. В ситуации, когда он уже не успевал, не надо было там бороться, сымитировать надо было. Поэтому... Я вам скажу, потеря, до речі, соромно признатися, але це вже в Кучера зараз друге вилучення. Через гру вже, так. Так, мені вже цікаво, він гру чи дві тепер буде пропускати чи фіналь. Ну, він отримав дві карточки, вона, ігра вона пропускається. Не пряма, а красна, так, поэтому він пропустить одну гру. Вот. А, естественно, такого не буває, щоб команда, защищаясь 11 человеком и очень дисциплинированно, еще и успевала там феерить впереди. Ну давайте йдемо до другого тайму. Кажу, що у першому моментів було геть зовсім-зовсім мало. В другому вже почали, ну, я не скажу, що геть розкриватися, там, Андерлех, так? Але
вже щось схоже ось на справжні гольові атаки почало виникати і в Шахтаря. Не пригадуємо, там Тайсон дуже небезпечно бив, Серна справа організовував атаки. Ну, пішла цікавіше. Ну, тут Ферейра не відчув, що будуть відпасовувати зараз на нього. Ну, Тайсон всі відео показав, що він буде давати вправо, і навіть не предполагав, що може давати під себе, тому навіть не очікував. Ну, Окака, звичайно, наполегливий чудачок, так? Так, очень неприятный форвард, играет всеми частями тела. Дубоватый, але... Ну, я бы не сказал, что он дубоватый, мяч от него не отскакивает. Но он очень хорошо владеет вот этим искусством оттереть соперника, придержать это, руками помочь. Причем моменты, когда вот ты уже вроде бы первый к мячу, а он легонечко подтолкнет. Мне кажется, там у них полкоманды таких. Ну, наверное, они сегодня провоцировали, по-моему, всю игру. Курсы какие-то проводят, наверное, как там с ними. Поэтому и ногами, руками играют. Ну, вот дивіться, атаки Андерлехта так, ну, называйте их, я не знаю, небезпечными, голевыми, будь ласка. Беспокоило только одно, вот я еще раз признаюсь, беспокоило меня только одно, что Шахтер все-таки в атаке не показывает свой потенциал. И вот это как-то напрягало. А абсолютно не напрягала игра Андерлехта, что она острая, опасная и так далее. Поэтому как-то понимали... Степаненко повернулся в основу, в опорную зону после дисквалификации. Ну, они... Надейно было, спокойно было. Много работы такой, перемещений, подстраховки, ну, на ревне, движения. Не было ярких каких-то моментов таких, чтобы он там острые передачи давал. Но, по крайней мере, по центру уж точно провалов не было. Андрій, Тайсона нам зараз показують. Ну, ось була певна статистика. Чисто візуально якось ти сприймав його гру? Ну, наверное, все-таки, наверное, правду говорять, ну, кто-то там сказал, не помню, что, наверное, все-таки беспокоит его, наверное, травма. Потому что того Тайсона, которого мы видели, допустим, в Шальке там, или там с другими командами, когда играли. Матч, да? И в первом тайме с Андерлехтом. То сегодня ну, он не сильно разгонял наши атаки. Но, в принципе, он не так грубо ошибался. Все равно вся игра шла через него. Ну, я думаю, что он может больше, гораздо больше. Надеемся на большее. Ну, ось тут бы выполнил Марло, звичайно, а він вміє виконувати. Вот таких моментов потенциально опасных достаточно было, но вот завершение не хватило. Хороший момент, но там надо поставить точку, может какая-то расслабленность в атаке. Вот, ну и не хватало, может быть, свежих ног, потому что Марлос тоже много играл там в обороне, помогал Серне, поэтому, может быть, и этого... Тут хороший удар Тайсон, да. Вот так надо было бить виперантами также играть. Смачно. Хороший удар. Я бы отметил сегодня и хотел бы, если Женя там еще статистику посмотрит, посмотреть за технико-тактическим и процентом брака у Ракицкого. Потому что мне кажется, сегодня вот он был на уровне, на очень высоком уровне, как и защитник, так и начиная атаки, участвуя в коллективных действиях, в контроле мяча. От, я думаю, таку ігру йому можна взяти за еталон. Пригадуєте цей момент, а Чимпонг ось тут Кучера по животу, по ребрах ось проїхався. Ну, тут думаю, Кучер вирішив, далі вирішив відповідати. Ні, він вже фалив на Акака. А всі вони провоцировали наших защитників. Тому що начало любого єдиноборства – це вход спочатку руки, толчок, удар локтями, удар ззаді. Кучер, це, звичайно, втрата для Шахтаря. Це, звичайно, геть погано. Ну, ще скажемо так, що немножко подустав. Все-таки всю ігру оборона грала з першої минути, і тому сталося накопилося. Здесь это, може бути, не совладал с эмоциями своими, ну, нам перед матчем, пригадуєте, Женя показував статистику, гра Шахтаря в захисті з Кучером і з Ракицьким, і без когось з них, або без них двох. Ну, ось вже не хотілося б, щоб і Ракицький щось произошло з ним. Тому що... Будемо сподіватися, що... Червона карамбоджа. Є в
Оскаром Моджі. Є питання по цій карті? Абсолютно никаких вопросов, потому что чистая даже не просто предупреждение, а прямая красная, потому что уже после событий, после того, как два футболиста на земле, он ногами пытается нанести травму после свистка. Поэтому, я думаю, тут все ясно, понятно. Его даже свои игроки успокаивают. Ну, а Феррейра, его полезные действия можно посчитать тоже, но все-таки он очень много черновой работы тоже сделал. Надо отметить, что он очень быстро перестраивался и бегал за линией мяча и к защитникам, и был активен в этом плане. Я думаю, что если бы он не выполнял свою функцию и то, что договаривались на установке, его бы заменил еще раньше, но дал ему доиграть, потому что видел, что он выполняет задание на все 100. Пізні заміни у матчі, дуже пізні, можливо, навіть не характерні десь для Луческу, ми поговоримо також зараз про це. Додивляємося в хронології цей матч, ну, Ракицько вдало вийшов виконати ось цей штрафний удар, відбив його Прото. Ну і вже до цього часу ось на поле вийшов Едуардо, але ми змушені ось на цьому зупинитись. Ви бачите, друзі, що у нас в флеш-зоні Тарас Степаненко. Віть, ми вас бачимо і, сподіваюся, чуємо. Тобі слово, будь ласка. Спасибо, Іван. Ми з Тарасом зараз перечислили команди, які вийшли в 1-4 фінал. Тарас, наверняка ви теж, да, от зразу під розділку бросились узнавати, хто ваші потенціальні суперники і як вам вони? Ну, якби суперники різні на будь-який вкус. Поэтому будем ждать жребия. Надеемся, что, конечно, удача будет на нашей стороне. И попадется хороший соперник, но который нам по зубам. Вот, говорят, хорошо, когда игра в атаке ладится, да, тогда ну, как бы попроще. Сегодня в атаке у «Шахтера», скажу так, не очень получалось. Ну, мы ожидали такой игры, то есть выставили более такую игру на контратаках. Но если так посмотреть по моментам, то вроде бы и контролировали мяч, Андерлех, но у них ни одного момента не было. Там, если не считать тот фол, когда пробил головой, ни одного удара по воротам. То есть ничего не было. У нас было, ну так, 3-4 в первом тайме у Измаили, там Ярик со штрафного пробил, то есть гол забили, еще был удар Тасина. То есть пару моментов было, и поэтому я считаю, что сзади сорали здорово, главное не пропустили, а в момент впереди мы всегда на нем. План был, в принципе, играть от счета во Львове, так? Ну, нас устраивало. Понятно, что первый тайм мы выиграли с счетом 3-1. Нам не было смысла нестись вперед куда-то. Нужно было Андерлехту атаковать, освобождать зоны. У нас есть быстрые футболисты техничные. Поэтому была и так выстроена игра. Поэтому то, что хотели, то получилось. Все-таки не полным составом заканчивали вы поединок. Не справились с Акако, да, все-таки, я понимаю? Мы так с Саней Кучером смеялись. Он сделал за игру 2 фола, получил 2 желтые карточки. Я 1 фол сделал за игру, получил желтую карточку. Ну, то есть на рассмотрение судьи, что Саня фолили в центре поля, ни грубо, никакого срыва атаки не было. Ну, на рассмотрение судьи, то есть он посчитал, что ты тянет на желтую карточку, поэтому, конечно, не очень таки нужно. Спасибо, Тарас. Благодарим тебя за участие в нашем эфире и приглашаем в эфир мы героя поединка, которому хватило считанных минут, чтобы поставить точку в матче. Это Эдуардо. Эдуардо, плиз. Эдуардо, ну, наверное, вопрос вполне естественный. Как тебе удается вот за такие считанные минуты решать исход поединков? Pergunta assim, como é que você consegue, nos últimos segundos, decidir quem vai ganhar, quem vai perder? Não, isso aí, claro, né? É questão de sorte. Eu tive a felicidade de, naquele momento, estar na chance, né, de marcar, né? E é claro que praticamente foi no último segundo e o resultado já tinha praticamente classificado. Seria difícil de a gente tomar um gol, né? Mas eu quero, né, agradecer a toda a equipe, né, por ter lutado o jogo todo e importante, né, que nós se classificamos. На самом деле, скорее всего, это удача. Это случилось буквально, как вы видели, на последних моментах игры. И без этого гола бы классифицировались. Но я думаю, что было круто забить в последний момент и удивить весь стадион. Со скамьи, как тебе смотрелась игра? И вот, может быть, ты увидел там вот что-то сбоку. Вот почему не получалось сыграть привычную игру в атаке?
É isso, sabia que ia ser difícil, né? São 180 minutos de jogo, a gente tinha um resultado de 3-1. É claro que qualquer erro poderia ser, né, diferente, né? E um gol poderia mudar, né, no começo ou durante a partida, poderia mudar a história do jogo. É claro que o time está de parabéns, lutou e batalhou, né? Claro que isso é Europa League. A gente não está pensando em como jogar, né? A gente está pensando em classificar nesse momento. На самом деле, с первых минут матча было видно, что игра будет совсем нелегкой. Ведь можно сказать, что матч длится 180 минут, и любая маленькая ошибка может разрушить все. Не стоит забывать, что это Лига Европы, где играет достаточно хорошая команда. Но, в принципе, я думаю, что мы неплохо держались сегодня и показали хороший результат. Из тех команд, которые вышли в 1/4 финала, есть ли у тебя какие-то симпатии, пожелания? Вот, кого хотелось бы в противнике? Такие стеночки Пассара, Морква. Симпатия по Não, para te falar a verdade, né? Foi muito difícil chegar às quartas de finais. E nesse momento não existe favorito, né? Qualquer time que a gente enfrentar daqui para frente será muito, muito difícil. Importante que chegamos numa situação que a gente pode ir muito longe ainda, né? Ainda falta muito para a gente pensar, né? É no final, semifinal, a gente, né, tem que pensar, né? Como é que se fala? Step by step. Não importa o time que for, né? É importante que a gente tem que pensar na gente e tentar se classificar da melhor maneira possível. Прежде всего, хочу сказать, что попасть в 1/4 – это уже большая заслуга команды. Я думаю, что сейчас с этого этапа уже нет никаких фаворитов. Все команды, которые прошли, достаточно сильны, и по большому смыслу нет, с кем мы встретимся. Я не думаю, что нужно сейчас думать о финале, о полуфинале. Нужно думать пошагово и играть с каждой командой, которая нам будет попадаться, серьезно, достойно и сконцентрированно. Спасибо, Эдуардо. Желаем вам этого и желаем продолжить забивную серию. Okay, спасибо. Пока. До свидания. Спасибо, Эдуардо, еще и за этот гол. Студия. Дякую, Вітю, за це інтерв'ю. Ну, я нагадаю, друзі, що Донецький Шахтар вперше з 2009 року, з року, коли він завоював Кубок УЄФА, вперше пробився ось до 1/8, і тепер вже до 1/4 фіналу Ліги Європи. І це, звичайно, дуже серйозний успіх. Мене вразила статистика. Є з нами на зв'язку Кирило Круторогов, його коментатор сьогоднішнього матчу. Де, покажіть нам його, будь ласка. Мене, звичайно, вразила статистика Едуарда. 11 голів у сезоні, 9 вийшовши, коли він з'являвся на заміну. Ну, це от реально дуже часто вживаємо ми це слово. Джокер, джокер, джокер. Це реально людина, яка... Я думаю, ось... його можна хорошо продавати, як джокера. Яка це? Кирило, ну дивись, в сьогоднішньому матчі Мірча Луческу був дуже і дуже обережний. Він почав робити от заміни, перші заміни вже, по-моєму, після 80-ї хвилини. Після 70-ї почав Андерлех, а Луческу ось, ну, Едуардо він притримав до 91-ї, так, людину? Там після Дарія Кучера. Був на... Дентіні, Ордець, а потім да, цей. Що це характеризує, ось, тренер? Як би ти цей факт прокоментував? Ви знаєте, колеги, я думаю, що насправді Шахтар грав, відштовхуючись від результату. І це було логічно. І з одного боку, якби вони, відштовхуючись від результату, програли 0-1 і проповзли у наступний раунд, то, можливо, був би привід для критики. А враховуючи те, що Шахтар зміг десь переступити через себе, відмовитися від своєї звичної моделі атакувальної гри і якісно зіграти в обороні, мова не лише про те, що вони не пропустили, мова про те, що вони нічого не дозволили створити супернику. Єдиний момент, коли насправді от, під час коментування десь так всередині охололо все, це гол Кари, який не зарахували, на щастя, адже він насправді порушував правила. І враховуючи те, що от ми зараз постійно говоримо, що Мірча Луческу проводить перебудову команди, відмовляючись від атакувальної такої бразильської суто команди, яка грає постійно красиво, яка грає комбінаційно і робить ставку вже десь там на молодих українських футболістів, дедалі частіше, дедалі більше їх інтегрує, зуміти настільки грамотно, якісно зіграти в обороні, нічого не дозволити створити супернику. І, можливо, здивувати, і, в принципі, мабуть, і вас, і глядачів, ну, і мене здивувало, що настільки от грали обережно. Я під час ефіру говорив, що, здавалося б, Шахтар грає від результату, вони нікуди не квапляться. Але не можна сказати, що Шахтар грає в антифутбол.
Шахтар грав обережно і спокійно. Не можна сказати, що Шахтар відбувався 90 хвилин і забив випадковий гол. Шахтар повністю виключив суперника, нейтралізував його і досягнув результатів. Давайте звернемо увагу на команди, які в європейському футболі зараз певну міру диктують свою ігрову моду і здобувають результат. Так, я відхилюся до іспанців, але ну, давайте звернемо увагу. Севілія, вона здобуває євротрофеї, вона здобула Лігу Європи, як вона грає зараз там в Іспанії. Вони грають постійно дуже обережно від оборони. Хоча, здавалося б, іспанці, вони мають постійно атакувати, створювати моменти, але вони диктують таку свою моду. Так само, як мадридське Атлетіко. Вже весь світ знає, що ця команда вміє грати дуже дисципліновано від оборони, можливо, не показувати яскраво футбол, але найголовніше – здобувати результат. Шахтарю потрібно було здобути результат, враховуючи результат першого матчу. І вони його здобули. Вони здобули більше того, мені, як людині, яка працювала на цьому матчі, намагалася продавати енергетику там, зі стадіону через телеекрани, мені дуже хотілося, аби Шахтар здобув перемогу і забив гол для того, аби дійсно покарав Андерлех за цей такий брутальний, підступний, дуже некрасивий, нечемний футбол. Вони це досягнули, і я думаю, що є привід дійсно тішитися і десь там собі, знаєте, поставити галочку, що Шахтар вміє грати ось отакий футбол, і сподіватися, що якщо буде потрібно стратегічно, вони зможуть знову використати саме таку методу. Студія що хоче додати? Все дуже подробно об'яснив, і, в принципі, наші слова теж підтвердив Кирил. Поэтому спорити з ним точно вже не буде. Кирил, голодні роки насуваються на футбольну Україну, тому ця перемога в плані ось не лише того, що ось покарати Андерлех, чого дуже хотів ти, це все ж таки ще і рейтингові очки, які Україна завоювала, і це насправді дуже і дуже добре. Кирило Круторогов, Кирило, дякуємо за роботу. Другий твій виїзний матч у Лізі Європи за участю гірників. Забезпечуєш поки що нам ось такі лише сухі перемоги. Так тримати далі. Сан Саныч, давайте, Андрій, заглянемо трошки вперед, вже в чвертьфінал. Є потенціал в нас далі, там є в нас бензин от в цьому баку. На чому будемо їхати, ось так би мовити, далі? Конечно, он постоянно и появляется, бензин, потому что приходит аппетит во время еды. Вот. Самое главное, что с каждой стадии отпадают команды. Их было 16, ну, дивіться, и среди 16 были... Валенсия, відпала Леверкузен, відпала Лаціо. И уже как бы свои шансы по-другому оцениваешь. А если будет еще меньше команд, они вообще вырастут еще на порядок. Поэтому с каждым шагом, правильно говорит Эдуардо, будем шаг за шагом. Степ бай степ. Да, и потом свои шансы посчитаем в конце. Вот. Но, конечно, от жеребьевки хотелось бы благосклонности. Жеребкування вот. Завтра, хотелось друзі, бы завтра. Для меня лично, я бы очень хотел, чтобы пара Боруссия-Ливерпуль состоялась. Попали, чи не попали? А, чтобы відбулась чтобы эта пара, да. Чтобы там Клоп, я не знаю, за кого он болел бы больше. Снова переміг, я здесь, Дортмунд пройшов далі, уже Прага тем самым один Ливер пройшов далі, вот Прага, Шахтар мы как-то играли с Брагой. Играли с Брагой, но давно соскучились. Я бы с удовольствием посмотрел Брагу. Мне кажется, на этом этапе слабых вообще нет команд. Даже та Брага. Що Спарта? Она ж не просто так туди попала. З Лаціо. Спарта да. Вообще не хочеться грати, якщо чесно. Ну, Севілля скільки разів вже в Україну приїжджала до нас, ну, в Донецьк приїжджав, так, один раз, так? Дважды. Парочку. Два. Один в УЄФА. Пригадуємо ми ось цей гол в Лізі Чемпіонів. Гол Палопа. Ну, і Коноплянка хотів би, можливо, повернутися в Україну. Сьогодні він не грав. Гаразд, підсумок, скажімо так, ось виступів Шахтаря на цьому етапі у Лізі Чемпіонів, показуйте нам Євгена Рися. Жень, ну, узагальнимо ці речі, ми вже, так би мовити, Україна вже в чвертьфіналі, завтра жеребкування, я глядачам нагадаю, що от 14.00 жеребкування Ліги Чемпіонів, о 13.00 Ліги Чемпіонів о 13.00, Ліги Європи о 14.00. По-моєму, Андрій, ви працюєте, так, на жеребкуванні? По-моєму, наоборот, в час дня, по-моєму, Ліга Європи. Ну, в час дня Ліга Чемпіонів, два Ліга. Жень, будь ласка. Ну, по поводу жеребьевки, хотелось бы сказать, что пусть попадет тот соперник, которого Шахтер пройдет, пусть там Луческу сам выберет себе, кто ему больше подходит. Вот. Но без везения, конечно, никак. Немножко негатива. Все-таки опять красная карточка.
я не знаю, уже 14 матчах, 37 желтых карточек в этом Еврокубковом сезоне. Три удаления, у Кучера уже третья дисквалификация, там у Степаненко было две, там у Сырны было. То есть всего 6-7 дисквалификаций за один еврокубковый сезон. Конечно, все-таки сейчас у Шахтера ну, не такой кадровый потенциал, как был там год-два назад. И каждый, ну, каждая боевая единица, наверное, на весь золото. Да. Так что такой негатив. Но позитива, естественно, больше. Больше, потому что вот сегодня Шахтер провел свой 37-й матч в плей-офф в Еврокубках. Это в решающих матчах Еврокубков. И одержал 13-ю победу. То есть побед теперь больше, чем ничьих. Больше, чем поражений. Разница чуть хуже. Ну, там Бавария постаралась в прошлом году. Думаю, будем надеяться, что Шахтер в этом, уже в этом сезоне улучшит эту разницу. Да, ну, победа над Андерлехтом вошла в число наиболее убедительных побед Шахтеров в плей-офф Еврокубков. Самый убедительный был проход Ромы в Лиге чемпионов с общим счетом 6-2. Андерлехт 4-1, Марсель в победном сезоне Кубка УЕФА 4-1 и Шальке 3-0 вот совсем недавно. То есть мы видим, из четырех самых убедительных проходов Шахтеров в плей-офф Еврокубков два случились вот буквально за месяц. А это значит, что, наверное, команда на правильном пути. Ну так, важко поперти проти ось цифри, важко ось тут щось заперечити. Жень, ну все в тебе? Да. Ну, власне, тоді і ми будемо на цій оптимістичній ноті завершувати свої ефіри, тому що треба залишити ще трошки ось фарту сил і здоров'я на наступній стадії. На шляху до Базеля, так, підказують мені, а то сьогодні в черговий раз спустов Олександра дозволяється. Так. Нас же в цьому так. Сезоні стільки було цих змін, і на м'яч ми руки ставили. І... Будемо забивати імена, будемо путати команди, путь в Базель або в Варшаву. Я вважаю, що це на фару ліж би проходило. Ми посміємося і ну, гаразд. Пойдемо далі. 7 і 14 квітня відбудуться перші матчі відповіді у чвертьфіналу Ліги Європи, тобто ось перша половина квітня буде для Шахтаря така ось відповідальна, так? Подивився я ось в чемпіонаті матчі, там є з Олімпіхом, Сталлю Дніпродзержинською. Дуже важливий матч Шахтаря буде 1 травня в чемпіонаті з Київським Динамо. Хоча я вважаю, що чемпіонат Шахтар вже наполовину програв, програвши ось Дніпру. Ну, гаразд, не будемо бігти вперед. Тому 7 і 14 числа, будь ласка, заплануйте собі вечір четверга провести ось тут нас в телецентрі. Ми тільки за. Нам сьогоднішній ефір все ж таки наполегливо пропонують завершити танцем ось цього чоловіка. Не знаю, він бельгієць, українець, хто він є насправді. Можливо, це і не так важливо. Сьогодні Україна... Для кого він танцював, то це більше європейський підход. Шахтар, друзі, сьогодні декласував Андерлехт у Брюсселі, здобув перемогу мінімально з рахунком 1-0 і кваліфікувався до раунду чвертьфіналу Ліги Європи. Олександр Сопко, Андрій Воробей, дякую вам за сьогоднішній ефір. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. Це Єврокубковий тиждень. Ми завершуємо, але завтра найгарячіше, найважливіше жеребкування Ліги Чемпіонів і Ліги Європи 13-14. У нас будуть спеціальні проекти, буде знову працювати ця студія, тому ми вас всіх в обідній час п'ятниці запрошуємо до нас дивитися на ось це жеребкування. На сьогодні все, бувайте здорові, до нових зустрічей!